зеленый тариф, ну, для государства это основной двигатель именно развития энергетики, для населения, для инвесторов это гарантия возврата максимально быстро вложенных инвестиций. Вообще это программа, по которой государство покупает у населения энергию по зеленому тарифу, то есть выше, чем тарифы есть на самом деле. На сегодняшний день, вот в этом году, размер зеленого тарифа 19 евроцентов. Он привязан к евро в связи с тем, что очень большой процент как раз таки зарубежных инвестиций вот, идет по гривне, это 5,59 на сейчас за киловатт. Тариф для населения где-то 1 гривна. Один для предприятий 2 гривны. Вот вы продаете по 5,60.